9 июля 2017 года к нам в 7 часов утра поступил больной неизвестный азиат 40-45 лет. Обстоятельства травмы ДТП, сбит пешеход в районе Кульжинского тракта, поселок Карабулак, возле заправки Каспетровна. Состояние при поступлении больного крайне тяжелое за счет закрытой черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга в тяжелой степени. Сейчас находится на ИВЛ дыхании при поступлении. Состояние было крайне тяжелое, кома 2-3 на данный момент, также кома 2-3. Второй-третьей степени на ИВЛ дыхании, давление на вазопрессорах. Состояние сейчас на данный момент также оценивается крайне тяжело, с отрицательной динамикой. Да, это очень важно.